Уважаемые друзья, президент Беларуси просил встретить вас, приветствовать и обеспечить максимально вашу работу. Как было договорено с президентами Зеленским и Путиным. Не спали всю ночь, ждали приезда украинской делегации, но, к сожалению, у них очень сложная логистика. И вот только сейчас время приезда переносилось несколько раз в течение ночи. Но только сейчас мы получили информацию, что они прибудут где-то через час. Соответственно, мы в 12 сядем за стол переговоров. Я могу сказать, что поскольку каждый час продолжения конфликта погибшие украинские граждане, погибшие украинские солдаты, то мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы выйти на какие-то договоренности как можно быстрее. Эти договоренности должны, безусловно, быть в интересах обеих сторон.